Пусть услышат мамы и папы, у которых в сердцах еще много-много любви, и они готовы подарить ее детям. Управление по образованию администрации Ленинского района города Бреста приглашает семейную пару на должность родителей-воспитателей детского дома семейного типа. Если вам есть 25 лет, если вы активны, бодры, если вы желаете, не боитесь трудностей и желаете быть рядом с нами и подарить свою частичку тепла детям, то мы ждем вас. Ждем вас на Ленина 13, в 211 кабинете. И всю информацию вы можете получить там, как стать родителем-воспитателем. Дома семейного типа – это модель того, какими должны быть отношения между родителями и детьми. И если ребята не видели этого в родной семье, то в приемных, замещающих, опекунских и домах семейного типа они учатся правильно выстраивать отношения, почувствовать материнскую любовь и сильные руки отца. Ведь их маленькая жизнь была соткана из тяжелых испытаний, детство их было черно-белым. И, как правило, у многих из них любимый мультяшный герой – мальчик. Который плывет на льдине к своему самому родному и любимому человеку, к маме.